խոսանք լավ։ Դա գորացիկ մի ամիս, երկու ամիս հողատու, դավաճան, չգիտեմ ինչ։ Դեկեք նայեն կովա։ Եկեք փաստերով նայեն կովա։ Դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ մյուսները լով կա։ Դուք եք դավաճանը, հողատուն, կապիտուլյանտը։ Դες ավելին ասեմ։ Սերժ Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանին, Ղարաբաղի կեսն էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Никол Пашинян обвинил военных преступников Роберта Кочеряна и Сержа Саргсяна в предательстве и капитулянтстве. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Пашинян во время правительственного часа в парламенте в очередной раз повторил свой тезис о том, что бывшие власти были готовы вернуть Азербайджану не только 7 районов, но и 50% территории Нагорного Карабаха. Пашинян при этом сослался на интервью Саргсяна от 17 ноября 2016 года, где тот заявил, что они были готовы отдать Азербайджану 7 районов Карабаха, но Азербайджан отказался и потребовал больше. Серж Саргсян давал Азербайджану больше и половину Карабаха отдавал Азербайджану, но тот снова говорил «нет», заявил Пашинян. Исполняющий обязанности премьера также вновь обратился к вопросу, где бы жили азербайджанцы, считающиеся жителями Нагорного Карабаха, в контексте предусмотренного референдума по определению статуса Карабаха. «Сейчас нас обвиняют в том, что мы разожгли войну, начали переговоры с новой точки. А с какой должны были начать? Должны были сказать, что Серж Саргсян 7 районов и половину Нагорного Карабаха отдавал. Тогда мы другую половину отдаем, чтобы войны не было», – спросил он, добавив следующее. «Они должны были задать эти вопросы. Почему они этого не делают?» Потому что после ответа на эти вопросы им скажут: «Давайте выясним, кто предатель, капитулянт, сдавший земли. Я говорю, что это вы, Роберт Кочерян, Серж Саргсян, предатели, капитулянты, сдавшие земли, а не мы. Мы боролись против вашего предательства, но вы и во время войны вели себя как предатели и делали все возможное для капитуляции», – заключил Пашинян.